How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but... Не знаю как, но это сработало. Может, если я найду другие страницы из дневника? Если эти телеграммы вообще можно расшифровать, я должен цепляться за любые возможности. Привет всем. Блять. Скажи Дэвиду, он ушам не поверит. Я добился большего, чем вся его команда за целый счет на месяцы работы. Привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play. И мы играем сегодня в Beast Inside. Залип немножко. Затупил. Я что-то не пойму, почему я плаваю весь в разные стороны. Видимо, это качка именно этого персонажа. Что тут такое написано-то? Черт, советы не только планируют транспортировку ракет прямо у нас под носом, но и знают о делах ЦРУ, а значит, у нас завелся крот. Я хочу сказать тебе, что мы будем, наверное, проходить по одной главе, потому что предыдущая глава была что-то очень большой, длинной, и уж очень она затянулась, а тут получается, что если они такие все, то, ну, видос должен быть где-то... Что такое-то? Фу ты, блин. Значит, видос должен быть до получаса, то есть полчаса где-то, плюс-минус. Так, чё, куда нужно идти теперь? Тап, ничего мне не написано. Ничего мне не написано. А, позвони Дэвиду. Телефончик. Алло, Дэвид? Вы лохи, я сделал гораздо больше. Адам что-то нашел. Как это вообще возможно? Клялся, что они в тупике. Продолжай приглядываться за ним. Мы будем на связи. Это что, это прослушивают меня, что ли? Блять, видать, они прослушивают мою линию. Как им вообще удалось так быстро выследить меня в этой дыре? Ох ты ж, бля. Выходит, они и правда могли добраться до Гарольда. Взять в кабинете локатор. К счастью, я могу узнать, откуда что-то там. Если не ошибаюсь, локатор должен быть где-то в моем кабинете. Так вот он. Я изначально хотел его взять, а мне не предложили, я и не стал. Локатор помогает обнаруживать и проводить анализ так называемых квантовых следов. Это позволяет видеть краткие воспоминания людей из прошлого, включая их точное местоположение и активность. Использовать локатор на практике мне пока не... Подожди, я же ведь им уже пользовался, да? Найти квантовое облако. Ну, так, а как им пользоваться-то? Ага. Что такое? Блять. Боже, ты опять пытаешься меня что-то там. Не хочу поднимать панику, но я кого-то видела. Себя в зеркале ты видела. Тут кто-то есть, у входа в дом. Но может, это кто-то из офиса? Ну, знаешь, там, по работе. Может быть, Дэвид бы меня предупредил. Твою мать, теперь я все понял. Ты же не думаешь, что это... Думаю, они хотят нас сапать, так что ничего удивительного. Еще тут кто-то бродил пару дней назад. Видела его мельком за деревьями. И решила, что упоминать об этом не стоит? Мне могло просто привидеться, я не хотел устраивать панику. Нам и так хватает проблем. Например, тебя, блин. Ема, ёб твою мать! Я не в пекарне работаю, я работаю на шпионов, блять. Мы даже в горной хижине не можем чувствовать себя в безопасности. Не выходи из дома, запри двери и окна. Я разберусь. А что-то мне кажется, меня убьют сейчас. А попробуй найти что-нибудь с помощью локатора. Ну, пойдем искать локатором что-нибудь. А? Так, мне нужно в сторону дома, что ли, или что? Мне нужно куда-то за дом, вон, в ту сторону. Правильно? Во-во-во-во-во, пошло-поехало. Вон к той горе мне нужно идти. Ну, к скале вот к этой. Опа. Погоди, я что-то не пойму, где оно. А, дерево вот это, что ли? Ёшкин кот. Аномалия обнаружена. И куда я сейчас стреляю, не знаешь? Куда я пуляют хоть? Ну? А, аномалии-то показываются стрелочками вот этими. Не стрелочками, а писюльками вот этими. Пиу! Классная штука. Так, это аномалия где? Я в сталкера, что ли, играю? Я не пойму. Что это за... Подожди, а вот... А, это просто метка на локаторе. Вот она летает. Все, и дальше что? Дальше нужно отсканировать снова вот это дерево.
Этот выглядит так самоуверен, что просто подходит к дому и шпионит за нами. Попробую что-то там сделать. Но, видимо, я пошел дальше. Так. Сигнал очень четкий, квантовое облако должно быть где-то там. Ну пойдем, раз квантовое облако должно быть где-то там. Линии почти соединились, я совсем близко к источнику. Да ты очень близко к источнику, ты просто прям эпически близко к источнику. Так, это, видимо, вот это дерево опять, да? Нет? Нет, смотри-ка, это... А, записка. И ты не спрячешься, да? А этот ублюдок не только следит за мной, но еще и пытается запугать. На моей собственной территории. Зет читать. А тебе не спрятаться, да, тебе не спрятаться. Предмет добавлен в инвентарь. Я просто не очень понимаю, где его искать-то, у меня не соединяются линии. А, вот в этой стороне где-то. Здесь он перебрался на другую сторону, нужно туда попасть. Хорошо, пойдем. Вот калитка. Зачем он перебирался, не ясно, здесь калитка есть. Он разве настолько тупой, чтобы пользоваться калиткой или что? Сейчас я прям чуть-чуть подвину микрофончик вот так, чтобы это удобно было. Так, и чё? И куда мне нужно идти? Видимо, куда-то... Видимо, куда-то в том направлении. Ну, скорее всего, да. Ну давай, тяни. Погоди. Чё это за место такое дикое? Почему здесь... Почему я дальше пройти не могу? Очень обидно. Мне нужно в ту сторону. Но я в ту сторону попасть не смогу в принципе, потому что, ну, прохода нет. Поэтому мне нужно это обойти. С какой... А, ну, понятно. По большому кругу сейчас пойду. Так ведь, да, я правильно двигаюсь? Я просто понимаю сейчас, что я не в том направлении абсолютно иду, но у меня другого варианта-то в принципе нет. Или есть? Нет, слушай, это вообще не то направление. Мне-то нужно туда, а я иду зачем-то туда. Бред, нет, туда точно не нужно идти. Это глупо. Мне нужно идти по... Вот, по своему радару, который мне указывает идти вот сюда. Зачем, как, куда, для чего, не указывает. Указывает лишь что туда. Наверное, вход-то где-то проще. Да что такое? Че пиликаешь-то? В какую сторону пиликать? Здесь? А здесь нет подъема, это грустно. Можно, конечно, вот этим, как он называется правильно, Skyrim модом попробовать запрыгнуть, но это... Да достань ты. Писюкалку-то. То есть он прям вот в той стороне, да? Я понимаю, что пи-пи-пи-пи, но я туда залезть-то не смогу. Слушай, видимо, игра меня пытается обдурить. Или же пытается объяснить, что туда идти не нужно, и нужно каким-то образом обойти. Сначала нужно смотреть, здесь может быть еще одно квантовое облако. В смысле квантовое облако? Я же ведь... Когда пиликает, что происходит? Что сейчас было? А почему туда запрыгнуть не может, ну? Это же ведь элементарно туда залезть. Это ни для кого не составит труда. Блять. Давай, короче, импульсом буду этим нажимать.
все прогонять. И, возможно, я что-нибудь когда-нибудь да найду. Пи-пи-пи-пи. Ну и что, и как? Серьезненько? Ну блин, а как мне туда попасть? Это же ведь не так делается, верно? Это спуск. Это спуск, чтобы я потом не бегал вокруг да около. Я вижу кровь, я вижу все, я вижу весь сюжет. Вижу весь сюжет и весь накал страстей, блядь, убился. Но! Может быть... Да, отломай ты. Скорее всего, куда-то сюда нужно, да. Ну тяни! Почему доски так гнутся? Почему они такие странные? Тащи, 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 тащи. Молодец. Ну. Что? Не понял, куда веревка делась? Тащи давай за собой. Молодец. Поднимаюсь, поднимаюсь. Пи-пи-пи-пи. Да я знаю, куда бежать уже нужно. Так, это веревка. Что-то здесь делает. А, ну это спуск. Просто спуск, я понял. Понял, все, вопросов нет. Так, подожди-ка. Может быть, мне нужно куда-то вот туда? Да, мне нужно... Мне нужно вон в ту сторону. Блин, может, я отсюда как достану? Нет? А, вряд ли. Блять. Вот на кой я сюда залез, не знаешь? Я тоже не знаю. Безмозглый, потому что, блин. Ну... ладно, 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 все понял. Все, понял, тут так не пойдет. Эта игра квестовая, здесь не прыгалка, дрыгалка, бегалка. Здесь нужно просто взять и понять, как пробраться. Просто понять. Здесь все работает исправно, здесь все работает так, как нужно. Просто нужно немножечко подумать. Прикинуть, как оно, что, куда там. И все получится отлично. Так, мне нужно идти вот сюда. Блять, нет, не сюда. Может быть, здесь как-то это работает иначе? Вот веревка висит. Вот я наверх на самый забираюсь. А, ёшкин кот. Вот оно, как все просто-то. Как этот пидор тут все аккуратно устроил. Да, это не говори даже. Блять, поверить не могу. Он снял ее в день нашего приезда. Ему с самого начала было известно, как, когда и куда мы переезжаем. 22 августа. Дом, милый дом. Взять. Короче, за нами следят и следят с самого начала. Что не может нас радовать абсолютно. Просто абсолютно не может нас радовать. Так, вы вылезете отсюда как? Эй! Не пойму, может быть, меня выпустят? Или же как я должен вылезти отсюда? Я, может, что не понимаю. Я хочу вылезти. Эй, выпусти меня. Хозяева. Блин. Я что-то не понимаю, наверное, да? Скорее всего. Здесь есть какое-нибудь оружие там? Болторез вот у меня есть. Вращать могу только его. Но он мне сейчас не нужен. Мне нужно сейчас просто вылезти вниз. Спрыгнуть нужно. Просто нужно спрыгнуть. А он не хочет спрыгивать. Он люк не хочет открывать. Может быть, здесь есть выход? Человеческий такой. Он-то как отсюда выходил? Что мне нужно сделать?
писюлька какая-то, елки-палки, а я ее не вижу. Батарейка. То есть он обо мне тоже сейчас знает или что? Что я сюда приперся? От меня, Гандон, так просто не отделаешься, стоять. Ну, ёб твою мать. Отделаешься, не отделаешься. Побежали, побежали, побежали. В какую сторону бежать? И где он? А вот и он. Ну и чё он? Он-то вон. Он-то бежит. Кстати, я его не вижу. Побегай сколько угодно, всё равно от меня нет самое. Так, а чё это? Куда это он побежал-то? Не думаю, что он такой дурак и бежит по тропинке. Как он там-то оказался? Ну... Я за ним прям бегу, но в конце концов я за ним бежал изначально, прям 10 метров было между нами, а сейчас он оказывается вон где находится. Он так далеко не может от меня убежать. Ты от меня так просто не отделаешься. Отделаешься. Блять. Ну все, короче, он от меня убежал, да? Ну да, все, музыка стихла. Спокойствие. Размеренность. Ну пойдем дальше разбираться. Чё к чему и почему. Как эту дверь открыть? Как куда вообще залезть здесь? Так, вижу хрень, которую нужно был болторезом резануть, чтобы... Чтобы что? Чтобы... Видимо, что-то открыть. Ого, вон ну как. Ага, круто. Подожди, а вход здесь нормальный же есть. Вот дверь. А, ее завалили. Ну, пойдем. И чё здесь? А, здесь ничего. Здесь просто пустота. Здесь подвал какой-то. А, гоняюсь за шпионом в пещере. Скажи мне, кто такой неделю назад, я бы счёл это дебильной шуткой. Мне кажется, это и так шутка. Стоп, это он! И чё, мне обход искать или... Здесь я не пройду. Куда идти теперь? А в другую сторону, конечно же, куда идти? Вот сюда. Блять, не, я сюда не хочу. А выбора нет другого, я... Большой молодец, мы погибли. Мы с тобой погибли. Загрузить последнее сохранение. Надеюсь, оно не в самом начале игры. Ну, в этом, не в самом начале главы. Никогда нас Сэма с тобой испугала. Давай загружайся, что такое-то? Не хочет загружаться. Долго очень думает, почему-то. Очень странно это все. Подожди, придумать, куда нужно идти. Ну, дорога идет вот сюда, поэтому как бы... Блять. Почему ты умираешь, когда ты спрыгнул просто с полуметра? Ты только что прыгал со скалы и выжил. Как-то это все неправильно, нелогично. Ну, а что поделаешь? Игра говорит, умер, значит, умер. У меня вариантов других нет. Давай уже, давай, 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 скорее, скорее. Я хочу уже... Давай, главу пройти. Угу. Здесь я не пройду. Куда идти теперь? Ну, вон дорога, как бы, но... Я вижу какую-то ебалу, которую, наверное, можно притянуть кошкой. Ну, или же что-то сделать там, наверное. Подожди, а как это работает? Как должно работать? Подожди-ка. Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Наверняка здесь есть что-то такое, чем можно что-то притянуть, куда-то оттянуть. А, тут... Нет, подожди, это... Я отсюда вышел, а сюда должен зайти. Ого-го. Не на ту кнопку ж мякнул. Испугался. Ну что поделаешь, твою налево. Ой, ладно, водички надо махнуть. Угу. Теперь я знаю, куда идти. Это уже хорошо. Лампочка моргает. Че моргает, хрен ее знает. Захотелось ей моргнуть. Вот и моргает. Давай быстрее. Думай.
на твердом диске загружается так долго. Ты-то откуда здесь, а? Бегом. Ну тут много времени дали, смотри. Нехилые у него легкие. Я бы сказал, прям профессионального пловца. Но я думаю, что даже учитывая, что он просто шифровальщик какой-то там, да, все же он какой-то агент, и наверняка у него была какая-никакая подготовка. Я думаю, что туда просто людей обычных не берут, и не просто так у него такое огромное... легкое. Не такие, такие огромные легкие, неспроста. Выплыл я. Так, и что дальше? Блин, как собака какая-то. Ну, пойдем. Так, и что здесь? Здесь что? Здесь ничего. Здесь дождик идет, что ли? Или что это такое? Непонятное. Дорога. В никуда. Есть в туда дорога, но она такая же в никуда. А вот эта дорога в куда, наверное, потому что, ну, больше других дорог здесь нет. Какая красота, смотри, какой пейзаж. Сохранялка прошла уже, спасибо. Так, это что за место? Здесь можно что-то найти, нет? Выглядит не очень надежно. Но я воспользуюсь этим местом, поэтому, скорее всего, это была сюжетная точечка, потому что обратно я явно не вернусь. У него огромное кольцо, кстати, хочу заметить на левом безымянном пальце. Просто, блин, огромное. Блять, едва пронесло. Меня здесь что, каждый камень хочет убить? Или что-то он такое там сказал? Да, тебя здесь хочет убить каждый камень. Примерно как в Сабнафтике. Ну, начинается. Не люблю я вот эту хрень. У меня клаустрофобия развивается сразу же. Прям в секунду. Прям вот по щелчку пальца просто берет и сразу паника навивается. Ну-ка. Быстрее давай, ползи, елки-палки, жопой трешься. Так. Опять я на улице. Так должно быть? Так должно было быть. Парара. Музычка заиграла. Второе сохранение. Это хорошо. Так, по тропиночке. Так, здесь без радара. Мы уже... Опа, погоди-ка, там здание какое-то. Строение. И в нем, возможно, что-то есть. Блять, не. Блин, неспроста там все светится. Ну-ка. Блять, а может спроста? Так. Теперь. Тудым. Теперь я беру лесенку. Поднимаюсь по ней. И что-то беру из вот этого сундука. А что тут? Мачете. Мачете старые, но все еще очень острые. Такими лезвиями расчищали дорогу в джунглях. Так что может сгодиться в обычном лесу взять. На вид настоящая древность. Не знаю насчет древности, но я думаю, что это все-таки правда пригодится. Мне нужно перебраться на другую сторону. Но как? Где другая сторона-то хоть? А, это вон та другая сторона. Ну, пойдем вот по берегу. Хер по берегу пойдешь. Я понял. Так. Ух, ёб твою мать. Пошло-поехало. Деревья косит. Я могу здесь пройти, и ты можешь здесь пройти, конечно же. Здесь огромная дубина лежит. Пройти по кровавому следу. Ну-ка, ну пойдем по кровавому следу. Это вот в той стороне. Как далеко-то, смотри, ну. Башня налево. Аномалия обнаружена. А, это не то, это вот они вон там летают. Ты где?
Эй, я потерял облачко. Вот оно летает, ну. Пью. Так, а здесь что у нас? Где облачко? Вот оно. Пью. А здесь где облачко? Пью. Промазал? Тут можно промазать. Да это несерьезно. Неужели? Так, еще разок. Повернул налево, я почти его догнал, я чувствую. Нихера ты его не догнал, ты на открытой местности его не смог догнать, а тут говорит, что догнал. Хотя видишь, вот только его след фантомный какой-то. Ты, блядь, его никогда не догонишь. Он сам тебя догонит, когда захочет. Погоди, не сюда пошел. Он пролез тут. Придется вдохнуть поглубже. Если я глубже вдохну, то я наоборот больше стану. Мне кажется, это не очень хорошее решение. Опять в пещеру залез. Зачем? Пи-пи-пи-пи. Выглядит не очень надежно, но может удастся пройти. Удастся, удастся, конечно. Вот блядство, что-то подрастерял форму. Ну, не могу сказать, что у тебя она была, поэтому... Поэтому для меня ты ничего не растерял. Не переживай, дружище. О, блядь. А как я? Я там... Я тут не перепрыгну. Я тут только упасть могу. А может к этому и ведет все? Ну, не умер, значит, хорошо. Значит, так и должно было быть. Здесь даже специально бочку большую поставили, чтобы я сюда спрыгнул. Не большую, а желтую, яркую. Не сюда. Не сюда. Сюда. Вот эти белые палки можно отламывать. Почему игра мне не хочет давать этим воспользоваться? Возможно, чтобы я случайно не прошел мимо. Да. Похоже, что-то спрятал в кормушке. Ну, давай посмотрим. Сейчас я оттуда цап, и все. И руку откусили. Порядок, я от него оторвался. Сейчас нахожусь в заброшенной гостинице. Все идет по плану. Все идет по плану. Гостиница, спасибо за подсказку, долбоеб. Мне кажется, что он тебе специально это сказал, чтобы ты туда пришел. И долбоебом будешь ты. Ну, оторви. А, молодец. Ну, пойдем. Опачки. А я сейчас упаду и разобьюсь. А, тут лестница. Лестница для умных людей, которая специально для этого и сделана. Так. И чё? А, ну по тропинке теперь. Все, все по... Как будто кто-то за спиной показалось. Шоры и Hillside Internet Tower. Мне в Шору нужно или не... или чё это? Или в какую сторону мне нужно? А, ну в эту сторону я не пройду, наверное, да? Да, херушки меня сюда пустят. Поэтому я пошел. Я здесь ходил жить по туману, все понял. Мне нужно вон в ту сторону. Опять в гостиницу, блин. Опять в гостиницу. Не, подожди. Это так и должно выглядеть? Похоже, этой лодке лет 100. И чё? А я даже спрыгнуть в воду не могу. Как жаль. И сюда пройти не могу. Скорее всего, я пошел не сюда. Скорее всего, мне нужно было немножечко в другое место. Потому что я по какой-то сомнительной... Где-нибудь видел, что папоротник вот так вот развивался? Я тоже не видел. Мне куда-то в другую сторону нужно было. Нужно к указателю снова прийти. И посмотреть. Может, сюда? Нет, не сюда. Явно не сюда. Вот указатель. Шора направо. Но в Шору я ходил. Я не ходил только в
в Hillside. Hillside, наверное, есть гостиница. Хотя, как знать, как знать. О, что тут у нас? Старая палатка, брошенные вещи. Кто-то здесь все побросал, но так и не вернулся. Почему? А я откуда знаю, почему? Потому что. Потому что, просто потому что. Просто не стал сюда возвращаться, и все. Что за глупые вопросы? Медведь, может, напал, может, еще что. Но он бы тогда палатку разнес бы. Так что нет, точно не медведь. Возможно, шпион. Так, и что это у нас тут такое? Я могу здесь пройти. Можешь, конечно. Куда ты пошел? Куда ты... А сколько этих... Этот бедняга уже тут висит. Странно, что его никто не искал. А рюкзак, похоже, упал с того бедняги. Он едва держится на ветке, думаю. Я смогу бросить в него камни. А это нормально, что я таким занимаюсь, не? Мне кажется, не очень. Веревка. Альпинистская веревка. Очень крепкая, может пригодиться. Давай возьму. Она мне точно пригодится. Почему в тексте было написано «может», а здесь точно? Какая-то ерунда. Так, Значит, все-таки мне сюда нужно идти, потому что там тупик. Ну да, мне же в гору нужно подняться. Так что да. Сколько, интересно, здесь еще будет длиться эта глава? Ворота закрыты, нужно найти другой путь. Но другой путь я явно найду, потому что вот он. Нет, вот он. Здесь я не пройду, я понял, что ты здесь не пройдешь уже. Не нужно мне этих глупых... Какой глубокий колодец шахты, может быть, через него можно попасть в гостиницу, только надо найти, с помощью чего туда спуститься. Я же уже нашел. С помощью альпинистской веревки. Сейчас она оборвется, я упаду вниз. Ну, грех просто без такой сценки игру делать. Блин, правда, слушай... даже не упал. Почти. Только намеренно самостоятельно прыгнул, а с помощью веревки, так сказать, благодаря веревке не упал. Интересно. Да что такое, запрыгни ты. Ага. Лестница. Лестница, говорю. Не пойму, что такое-то? Блять, по башке сейчас стуканет. Пиздец. Что за бред? Чего ты не прыгаешь-то? Как тот котенок из видео, который, типа... Обыскать руины гостиницы. Похоже, это руины какого-то большого здания. Что здесь произошло? Сгорело, видимо. Ну или просто от стар... Нет, сгорел. Что он там делает? Блять, отдыхает, сидит. Что он там делает? Белые доски. Это явно что-то... Что-то очень нужное, что-то очень важное. С помощью чего я смогу что-то сделать. Так, ну и что такое-то? Не работает. Обидно. А вот эта доска белая. Блин, слушай, белые доски обычно подсвечиваются для того, чтобы я мог что-то с ними сделать. Здесь же действий никаких не предусмотрено. Внутрь я пролезть не могу. Но, видимо, белые доски мне здесь как раз указывают направление. Я просто должен взять и пройти. Херушки. Мужику даже крикнуть не могу. Чё не крикнуть? Мужик, что ты тут делаешь? И все. А, вот белая доска. И вот белая доска. Значит, мне нужно идти сюда. Я иду к мужику, который там сидит. Не зря же он там сидит. А его сейчас не будет. Я же говорил. Ну да, вот он. Куда он пошел? Кто он такой? Что он здесь спрятал? Надо как-то повернуть этот сейф, чтобы до него добраться. Сдвинуть голыми руками не получится. Блядь, ты серьезно, что ли? Вот белая палка, и я думаю... Да, не зря я к ней подошел. Ну-ка, и что здесь? А здесь ни хрена интересного, здесь тупик. А здесь? А бугленные руины, советские власти хотят, чтобы так выглядела вся страна. Не буду шутить.
Разбитая лампа. Может, это из-за нее сгорела гостиница? Поразительно, как что-то настолько незначительное может причинить столько вреда. От этой мысли у меня мурашки по коже. Ну, вообще, так-то оно и есть, потому что, ну, блин, всегда что-то незначительное меняет твою жизнь просто в ничто. А, черт, не то чтобы я боюсь высоты, но тут нужно быть осторожным. Не страшно. Хватит меня пугать. А, здесь что? Здесь тупик. Понял, хорошо. Здесь для таких людей, как я, сделано, как называется, белая черта. А на кой я сюда вообще запрыгивал-то? Расскажи мне, пожалуйста. Чё я взял-то хоть? Я ж ничего не взял. Я ж ничего не сделал. Да? Да. Здесь тоже тупичок. Обидно. Обидно. Ну ладно. Так, сюда точно не нужно идти. Сюда ничего не приведет. То есть, сюда что-то приведет, но толку от этого никакого не будет. А, во, записка. Похоже, это место все, что осталось от гостиницы Hillside Inn. 40 комфортабельных мест, комнат, превратились в пепелище. Взять. Пойдем. Так, а залезть можно? Нет, очень жаль, что нельзя залезть. Здесь что-то есть полезное? Ну, блин, меня по сюжетке уже провели по вот этой белой полоске. То есть, здесь в остальном-то что? Что здесь дальше-то делать? Как бы я вот вообще сейчас не понимаю. Погоди, а вот сюда? Сюда тоже нет смысла заходить. Я что-то, может, что-то не это, не вкуриваю. Я прошелся по тем местам, куда нужно было пройти. Пойдем еще разок по тому этому пройду кругу. Так, вот эта белая мазня здесь что-то делает. Но, видимо, она здесь просто очень нужна. Сейчас я найду разгадку. Меня же даже провели. Я просто что-то не допираю. Взял здесь записку. Там что-то есть, но туда не нужно идти. По моим предположениям. А здесь можно прыгануть. Здесь можно сесть, здесь можно встать. И все. А, твою мать, вот он. Труба. Взять. Чё-то я это... прозевал ее. Ладно. Ну, что такое? Вот дурак. Ух, блядь. Упади на меня. Эта штука, хрен бы меня кто нашел. Согласен с тобой. Тебя бы никто не нашел. И Эмма тоже бы этого не стала делать. И вообще, что это за место такое? Что в этом чертовом сейфе? Как его открыть? Может, я найду подсказку в этой комнате? Ну, давай посмотрим. Осмотрим комнату. Наконец-то. Записочка. Записка в сейфе. Хера ее так хранить, расскажи мне. Судья пытался меня задушить. И задушил бы, если бы не... Глава внезапно заканчивается, и давай мы с тобой прощаться будем в следующей главе. В следующей серии мы продолжим дальше. Спасибо большое за просмотр, ставь комментарий, пиши лайки, увидимся в следующих сериях, в следующих видео, и всем пока.